Всем привет! Сегодня 9 мая, День Победы над немецко-фашистской Германией, то бишь над фашистами, День Скорби, День Жалобы. У нас в Киеве зажгли мемориальный огонь возле нашего памятника. Увековечили этот праздник, вспомнили. Ну, фанаты ходили дальше, махали красными флагами. Но это уже прошлое, как для меня. Надо жить в будущем. Фашизм надо, конечно, искоренять, но и не тянуть якорем какой-то коммунизм. Наш красавец Киев. Печерская лавра. Тысячелетняя. Это правый берег, самый что ни на есть старый Киев. Мы на кораблике. Вход на кораблик $5 со взрослого. Детям до 12 лет $3. 4. Дождик немножко капает, солнце, вообще майская погода отличная. Мост метро, ой, не, вру, мост Патона, за ним Южный мост, там тоже метро ходит. А вот мост метро старый, построенный в 60-х годах. Да, прав был поэт. Не каждая птица перелетит Днепр. Широкий. Вот такое у нас достояние есть. Это то, что был над вами. Ага. А музыка у них играет. Музыка? Money, money.